Вы удивитесь, но трехкратный чемпион мира по армрестлингу и двукратный призер Олимпийских игр, знаменитый силач Алексей Воевода, питается так, что любая топ-модель позавидовала бы его рациону. Утро, значит, два стакана воды, все, обед, легкий обед, салат, ужин, может быть, что ему такое, знаете, там, фрукты, овощи, там, вот микс такой. Он отказался от мяса и почти не употребляет в пищу термически обработанных продуктов. Строгое вегетарианство Воевода практикует 2 с лишним года. При этом он по-прежнему один из сильнейших российских атлетов. Надежда сборной по бобслею. Его рост 1 метр 94 сантиметра, при этом весит Алексей 117 килограммов. Такие показатели действительно шокируют. Я в понедельник вообще, в принципе, пью одну воду. Я еду вообще не ем никакую. И вы знаете, чувствую себя замечательно. Даже по понедельникам он не пропускает тренировки в зале. Без постоянной физической нагрузки Алексей Воевода уже просто не может. С самого детства он привык быть сильным, независимо от того, что у него лежало на тарелке. Я как бы в горах вырос, собственно, да. Ему у нас такая была забава, значит, на дерево залазить, ну, кто быстрее. В общем, самый быстрый обезьяна все-таки был я. Уже тогда проявилась моя сила. Я, в принципе, во втором классе подтягивался 15-17 раз. Вот, как бы дети потянуться раз не могут, а я много подтягивался. Кстати, совсем недавно, будучи на выездах со сборной по бобслею, Алексей Воевода в очередной раз понял, что действительно сделан из стали. Плохо трассу сделал, и такой был трамплин. Я отпустил, как бы, значит, руки с фиксаторов. И вот только переводить на тормоз, чтобы остановиться, меня подкинуло, значит, выбросило из боба. Прямо вот так примерно, значит, подлетел. В бетонный борт меня ударило, где-то скорость 130 была. Обратно меня откинуло, рука онемела полностью. Ну, армрестлинг спас. Руки сильные, я одной затормозил. Но вообще, можно было, честно говоря, поломаться сильно. А так-то вот только трещина, никаких проблем. А трещина — это у нас фигня! Даже с трещиной в плече Воевода способен выдержать вес собственного тела на турнике. Это упражнение помогало когда-то готовиться к чемпионатам по армрестлингу. Но по сей день Алексей регулярно делает его на каждой тренировке. Сразу после Олимпиады в Сочи Воевода решил покинуть бобслей и вернуться в армрестлинг. Забыть армрестлинг я никогда его в жизни, значит, не забуду. И тот самый камбэк, в принципе, он будет, я уверен, он будет. Потому что я даже сейчас в неплохой форме нахожусь. Конечно, я не дорос до уровня сейчас, вернее, пока еще не уровня Дениса Цыпленкова. Но отдельные элементы, значит, моего тела, такие как кисть, достаточно высокий уровень имеют все равно. Глядя на могучую силу богатыря Воеводы, наша съемочная группа не смогла удержаться от того, чтобы предложить знаменитому атлету небольшую авантюру, а точнее эксперимент под кодовым названием «Кокос». Задача Алексея – раздавить твердый плот руками. Учитывая травму Воеводы, мы разрешили герою использовать подручный материал. Мы зато проверили, что короткое движение армрестлера может разбить кокос. Измолотил, изрешетил, истолок. Называйте как хотите. А вот все, что смог корреспондент программы, так это забрызгать кокосовым соком лицо. Что ж, в армрестлинг пока рановато идти. Ну а наш герой Алексей Воевода в очередной раз доказал, что таких спортсменов, как он, не только в нашей стране, но и по всему миру еще поискать нужно. Выиграть все в одном виде спорта, достичь максимума в другом и триумфально вернуться обратно – это под силу только настоящему русскому богатырю. Александр Кузьминых, Роман Чугунов, Сергей Никитин. Все включено.